Коронавирус диктует свои правила. Оставайтесь дома. Используйте защитные маски. Держите социальную дистанцию. Наряду с этими советами полицейские дают и другие. Иного характера, но тоже про безопасность и маски. Речь про виртуальные маски аферистов. Разного пошиба, но преследующих одну цель – завладеть чужими деньгами. Злоумышленники готовы использовать любую актуальную тематику для совершения дистанционных краж и мошенничеств. Вот и ситуация с распространением коронавируса уже взята на вооружение киберпреступниками с целью кражи персональных данных граждан и их денежных средств. Например, вам могут позвонить с предложением оформить или получить некую компенсацию за ущерб от вируса, социальную выплату, материальную помощь. Запомните, кем бы ни представился при этом звонивший, это мошенник. Будьте начеку, если вам звонят и предлагают провести платный анализ на коронавирус. Аргументы звонившего могут быть разными. Якобы вы контактировали с больными, входите в группу риска или что тестирование плановое. В этой ситуации, во-первых, не переводите никаких сумм в качестве оплаты, не сообщайте своих данных. Если у вас есть вопросы медицинского характера, звоните в медучреждение сами. По телефону вам могут предложить купить дорогостоящие лекарства, которые якобы защитят от коронавируса. Заплатив немалые деньги, в лучшем случае вы получите обычные пищевые добавки. Но, скорее всего, мошенники исчезнут сразу после оплаты. Уважаемые жители Саратова и области, берегите себя, свое здоровье и свои деньги. Оставайтесь дома, не общайтесь с незнакомцами по телефону. И если у вас возникли вопросы компетенции полиции, вы нуждаетесь в защите от противоправных действий, звоните по телефону 102.